Здравствуйте, дорогие мои юные друзья! Сегодня я подготовила для вас два очередных рассказа Валентины Асеевой. Один из них называется «Обидчики». Усаживайтесь поудобнее, я начинаю читать. Толя часто прибегал со двора и жаловался, что ребята его обижают. «Не жалуйся», — сказала однажды мать. «Надо самому лучше относиться к товарищам, тогда и товарищи не будут тебя обижать». Толя вышел на лестницу. На площадке один из его обидчиков, соседский мальчик Саша, что-то искал. «Мать дала мне монетку на хлеб, а я потерял ее», – хмуро пояснил он. «Не ходи сюда, а то затопчешь». Толя вспомнил, что сказала утром ему мама, и нерешительно предложил: «Давай поищем вместе». Мальчики стали искать вместе. Саше посчастливилось. Под лестницей в самом уголке блеснула монетка. «Вот она!» – обрадовался Саша. «Испугалась нас и нашлась! Спасибо тебе! Выходи во двор, ребята не тронут! Я сейчас только за хлебом сбегаю!» Он съехал по перилам вниз, и с темного пролета лестницы весело донеслось: «Выходи!» Следующий рассказ называется «Отомстила». Катя подошла к своему столу и ахнула. Ящик был выдвинут, новые краски разбросаны, кисточки перепачканы, на столе растеклись лужицы бурой воды. «Алёшка!» – закричала Катя. «Алёшка!» И, закрыв лицо руками, громко заплакала. Алёша просунул в дверь круглую голову, щеки и нос у него были перепачканы красками. «Ничего я тебе не сделал!» – быстро сказал он. Катя бросилась на него с кулаками, но братишка исчез за дверью и через раскрытое окно прыгнул в сад. «Я тебе отомщу!» – сказала со слезами Катя. Алёша, как обезьянка, вскарабкался на дерево и, свесившись с нижней ветки, показал сестре нос. «Заплакала! Из-за каких-то красок заплакала!» «Ты у меня тоже заплачешь!» – кричала Катя. «Ещё как заплачешь!» «Это я-то заплачу!» Алёша засмеялся и стал быстро карабкаться вверх. «А ты сначала поймай меня!» Вдруг он оступился и повис, ухватившись за нижнюю тонкую ветку. Ветка хрустнула и обломилась. Алёша упал. Катя бегом бросилась в сад. Она сразу забыла свои испорченные краски и ссору с братом. «Алёша!» – кричала она. «Алёша!» Братишка сидел на земле и, загораживая руками голову, испуганно смотрел на нее. «Встань, встань!» Но Алёша втянул голову в плечи и зажмурился. «Не можешь!» – кричала Катя, ощупывая Алёшины коленки. «Держись за меня!» Она обняла братишку за плечи и осторожно поставила его на ноги. «Больно тебе?» Алёша мотнул головой и вдруг заплакал. «Что, не сможешь стоять?» – спросила Катя. Алёша ещё громче заплакал и крепко прижался к сестре. «Я никогда больше не буду трогать твои краски. Никогда, никогда не буду!» Вот такая история, поучительная история, не правда ли? Дорогие мои девочки и мальчики, сейчас посмотрите мультик и укладывайтесь спать. Пусть вам приснятся хорошие сны. До свидания, до завтра.